Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Сегодня я покажу вам снова свои покупки. Возможно, если вы давно на моем канале, вы знаете, что я не все свои покупки освещаю. Я стараюсь сделать видео о тех покупках, которые для меня, как для блогера, концептуальны. Я хочу поделиться своими секретами, как легко, просто, быстро выглядеть хорошо и классно. Соответственно, в основном такие покупки я и освещаю, потому что какие-то вещи, если я их себе приобрела, но считаю, например, тренч, что я много раз говорила, тренч — это не универсальная одежда, тем более для тех, кто живет на территории России, потому что тренч — это одежда, которая позволяет защититься от ветра, и при этом в этой одежде не жарко. Тренч, он всегда хлопковый, поэтому, в общем-то, тренчи я, например, никогда освещать, ну, мне кажется, не буду, если только не будет какое-то видео специальное, как носить тренчи, как стилизовать тренчи и так далее. Первая вещь, которую я купила, я уже говорила и показывала, как я ее выбираю, вот таким образом примеряю все свои помады. Если есть прозрачное стекло, если нет, выдвигаю окрашенный кончик с цветом, примеряю, ну, в общем-то, много раз об этом рассказывала. Это Guerlain, который достался мне по какой-то смешной цене, потому что у нас накопились бонусы от покупки продуктов. И вот так получилось, что парфюмерный магазин, именно в парфюмерных магазинах продается очень часто в Италии вся косметика, не только парфюмерия. Мне сказали, что я могу этот бонус потратить. И я потратила его там, потому что я показывала, есть подобный продукт у меня, Guerlain, который сняли с производства, который мне очень-очень нравится. И что могу сказать, очень хорошо наносится. Сейчас он у меня на губах. Единственное, что я после болезни, еще какая-то муха тут летает. Я после болезни, у меня очень плохо лег этот блеск, потому что у меня была высокая температура, у меня очень сухие губы, потому что мы теряем большое количество влаги во время температуры, у меня очень сухая кожа, поэтому, в общем-то, нанесла я себе эту помаду, но, возможно, сейчас она меня не очень украшает. Но, тем не менее, помада – это редкий тот случай, когда я покупаю себе подобный продукт во второй раз. На самом деле, подобный продукт, чтобы я купила во второй раз, это прям-таки большая-большая редкость, но, тем не менее, у меня уже появились свои фавориты, думаю, до конца моей жизни они у меня в фаворитах и останутся. Это прежде всего тушь моя новая, а также тушь L'Oréal, тоже я про нее рассказывала. Это гель для бровей от Yves Rocher, а также от MAC. В общем-то, есть у меня свои фавориты. И, безусловно, вот такая помада, прежде всего, потому что она очень хорошо ложится, она никак не, я нанесла, возможно, в изобилии, чуть-чуть она отпечаталась, то есть она очень хорошо держится, она очень естественно смотрится, очень-очень мне понравилась. И вот только что увидела, что у меня еще и ноготь треснул. Надо же, вчера только сделала худо-бедно маникюр, как обидно. Ну да ладно. Кстати, скоро запишу видео снова о лайфхаках и расскажу. Этот лайфхак я как раз-таки не применила, хотела быть уверена. А точнее, хотела также на видео записать, как я его делаю, этот лайфхак. И действительно, мои сомнения подтвердились. Лак держится плохо без моего лайфхака. Соответственно, вот такая красная помада – это мое приобретение. Что еще я себе приобрела? Я себе приобрела фельпу в мужском отделе. Я очень-очень люблю мужские отделы. Я много раз об этом говорила, рассказывала. Там вещи несколько качественные. Иногда от одного и того же производителя, это удивительно, но факт. Мы можем найти более качественный хлопок, мы можем найти более качественную шерсть у производителя, у одной марки, но тем не менее именно в мужском отделе. Если вы новичок в том, что касается покупок в мужском отделе, обращайте внимание, если речь идет о свитшотах, о худи, о самых обычных толстовках, как мы говорим на русском языке, а также о любых трикотажных изделиях, следующие изделия будут такого плана, обращайте внимание на то, чтобы рукав был реглан, то есть рукав вот здесь проходил шов, потому что вот такой классический рукав, он может выдавать то, что вещь мужская, но самое главное, он может прямо-таки топорщиться, если вещь будет недостаточно большой, и шов не будет падать прямо-таки на предплечье, соответственно, мы получим не очень красивый эффект. Поэтому из мужского отдела я себе приобрела фельп, потому что я очень полюбила фельпы, и мне очень нравится сочетание вот такого спортивного верха, который очень комфортен, и очень женственного низа. Сейчас я покажу другую вещь, с которой буду носить в том числе эту фельпу, и, соответственно, будет очень-очень много компоновок у меня, прежде всего для повседневной моей жизни, для того, чтобы деточек в сад отвезти, из сада забрать, на площадке с ними побыть, а при этом оставаться и чувствовать себя модной, классной, стильной и красивой. Соответственно, вот такие фельпы мне очень-очень нужны, плюс в них очень классно и удобно записывать видео. Следующая вещь – это мужской свитер. Кстати, у меня XL размер фельпы, и она будет очень хорошо смотреться с ремнем. Я таким образом и примеряла в примерочной, попросила мужской ремень. И также я купила себе мужской свитер. А размер мужского свитера, если не ошибаюсь, был 52. Этикетки я сняла, потому что в этом свитере я уже записывала
Да, нет, это даже 54, размер 54. В этом свитере я записывала уже видео, соответственно, этикетки я отрезала. Это 54 размер, то есть molto, molto abbondante, очень-очень такой он на мне объемный. Но здесь важно для меня, по крайней мере, это то, о чем я говорила, как добавить цвета в гардероб, что это мой серый цвет. У него теплый подтон, и, соответственно, этот цвет я сразу увидела, что это необычный серый, и именно из-за цвета взяла, потому что очень хорошо сочетается серый цвет с голубым. У меня есть голубая юбка с розовым, у меня есть розовая юбка. Очень хорошо такой серый будет сочетаться с коричневым. Соответственно, я совершенно точно знала, почему я беру. И плюс у меня был подобный серый свитер с высоким горлом. Я даже где-то показывала, как я компоновала, как я компоновала с голубым, не с голубым, с розовым своим пальто. И могу сказать, что этот свитер, ему очень много лет, он очень хороший, но он подзакатался, он уже не новый. На самом деле это свитер, который я буду использовать под пальто. А для того, чтобы использовать самостоятельно, вот я купила себе такой свитерок, тоже в мужском отделе. Следующая вещь, которую я себе купила, это брючный костюм. Но показываю вам только пиджак, потому что брюки еще не пришли. И я люблю двухбортные пиджаки. Многим понравился синий пиджак на мне. Я бы могла сказать, да-да, это новенький пиджак, давайте я его обозрею в видео. Но на самом деле это пиджак с прошлого года. И в прошлом году я не делала подобные видео о своих покупках. Но в этом пиджаке я уже записывала видео по весне, как сейчас помню, видео про зубы. И я также записывала видео про жакейский стиль в одежде. И вот этот пиджак там совершенно точно фигурировал. И я купила себе еще один пиджак светло-серого цвета. Такого в моем гардеробе нет. Это стопроцентная шерсть. Я считаю, что для меня лично пиджаки стопроцентная шерсть – это лучший состав, потому что я не очень люблю льняные пиджаки ни на себе, ни на других, признаюсь, хотя в целом, как акцент вот такой, если уж называется, до кучи купить, то можно, но я все-таки человек, который очень тщательно подходит к покупкам, поэтому я люблю, как смотрится, как сидит тонкая стопроцентная шерсть. И могу сказать, что в этом пиджаке мне не очень нравятся две вещи, но это прямо-таки проблема сегодняшних вещей. Это подплечник, если не ошибаюсь, так корректно говорится на русском. Для меня вот он излишний. Если можно будет его вынуть, я его выну. И мне не очень нравятся закругленные лацканы. Я люблю, чтобы лацкан был прям-таки мужской-мужской, то есть прямой. Но очень хорошо сел, мне все нравится. Соответственно, я также сталкиваюсь часто с проблемой найти именно двухбортный пиджак. Я люблю на себе двухбортные пиджаки. Хотя, когда я мерю однобортный пиджак, мне тоже нравится. Но я люблю двухбортные пиджаки на себе и на других в том числе. Поэтому мой выбор пал на этот пиджак также еще и потому, что это брючный костюм. На самом деле найти брючный костюм очень-очень сложно, несмотря на то, что они популярны, они объявлены в тренде еще в прошлом году, как в прошлом сезоне, точнее, как минимум. Найти брючный костюм, тем более на весну, светлого цвета, но это практически задача невыполнимая. Следующая моя покупка – это вот такая юбка. Я по осени покупала себе эту юбку, я купила себе на распродаже. И такая юбка у меня уже есть. Это юбка цвета кэмел Это юбка цвета кэмел. На самом деле, все-таки болезнь, она дает отпечаток на тембр твоей речи и на твое настроение при записи. Я очень люблю такие видео расслабленные про покупки, но тем не менее, как-то вот сегодня все идет очень-очень медленно. Ну, в общем-то, такая юбочка – это клон. И на самом деле у меня есть еще одна юбка. Когда придут брюки, я покажу вам другую юбку. И, наверное, это будет последнее видео. Следующее видео будет последним о моих покупках, потому что таким образом я составила себе, как принято говорить здесь на YouTube, весеннюю капсулу. Это то, что я буду носить с удовольствием. Это мои обновки, которые очень хорошо вписались в мой гардероб, потому что я люблю вещи-клоны. Это третья юбка, идентичная, абсолютно идентичная, только разная по цвету. Коричневую цвета кэмел вы уже видели, коричневого цвета шоколада я покажу в следующем видео, а вот это розовая юбка, в общем-то, все стандартно. И я буду носить, например, со свитшотом совершенно точно, вот даже с этим свитшотом, я думаю, будет очень-очень красиво. Допустим, с этим, у меня на самом деле шея не очень поворачивается до сих пор, допустим, вот с таким серым будет тоже очень красиво, вот такое вот у меня доморощенное видео, мне часто говорят, Яна, какие-то доморощенные видео выпускаете. А что делать, когда ты мама троих детей, вот только такие видео выпускаешь доморощенные, тем более, когда переболеешь еще. Вот такая прекрасная юбка. Все хорошо, все прекрасно. Очень-очень люблю кружево в повседневной жизни, которое можно классно обыгрывать
более такими спортивными вещами, либо спортивной обувью. Ну и напоследок я хочу поблагодарить всех посетителей сайта «Насекомых», или как он там называется, за свое новое белое пальто. На самом деле я хотела другое белое пальто, а это пальто Gucci, оно короткое, и, наверное, мне, наверное, это одна из вот прям таких последних вещей, которые скоро уберут сайт, потому что Gucci, насколько я поняла, теперь не делает скидку на одежду. И вот определенные вещи, они из сезона в сезон кочуют, что называется, континуатива, то есть модель, которая поддерживается на протяжении многих сезонов, уж не знаю, отшивается она и обновляется. Я хотела себе белое пальто, короткое, но я встречала уже не в первый раз, потом я поняла, что это одна и та же сеньора в таком пальто, только черного цвета, одну сеньору нас представили, я часто-часто ее снимала, не всегда было понятно, что это пальто Gucci, потому что на хлястике, только на хлястике есть такой явный лейбл, что меня также смущает, но вот буквально снимая последние свои стрит-стайлы, я заметила, что две сеньоры, две подруги, по всей видимости, шли в одинаковых пальто. Одна в черном, другая в темно-синем. Кстати, темно-синего пальто нет, на сайте есть только черное и белое. А я подумала, что я при этом буду еще третьей в белом пальто, только падаю. И это меня смутило. Ну и плюс определенные зрители, возможно, даже не моего канала, а посетители того знаменитого, либо незнаменитого, уж не знаю, форума, они налили хорошее количество трафика, на самом деле, на мой канал, за что я им очень-очень признательна. Я решила действительно побаловать себя белым пальто. И, соответственно, вот я примерно оценила сумму, соточку еще накинула и купила себе прекрасное белое пальто, за что очень признательна, Оно засвечивается, ничего странного в нем нет. Это единственное, что пальто, которое хорошее белое пальто, шерсть плюс кашемир. Конечно же, суть этого пальто в его составе. Оно очень плотное, несмотря на то, что оно бесподкладочное. И в этом пальто интересна его застежка, его горловина. У меня никогда такого пальто не было, за что большое спасибо сайту «Насекомых» или кто там сидит. Я на самом деле люблю классический мужской ворот на пальто. Но вот такое пальто, я на него обратила внимание еще когда была студенткой, смотрела сериал «Секс в большом городе». Если вы помните сцену, где Кэрри празднует свое 35-летие, и потом она застревает в асфальте, вот в этот момент очень хорошо видно. Еще тогда оно мне понравилось, и потом я снова обратила внимание на то, как здорово это пальто смотрится. На героине Оксаны Фандеры, если я не ошибаюсь, фильм называется «Красный жемчуг». И если я хорошо помню, именно к этому фильму был выпущен, получается, саундтрек, который назывался «Вахтёром». И вот там героиня Оксаны Фандеры несколько раз появляется в разного цвета пальто, абсолютно одинакового фасона, то есть это вещи клоны, это пальто-клоны, которые имеют вот такую застежку. Но с тех пор я стала обращать внимание, именно в фильмах часто такой фасон пальто чаще всего его показывают. На стрит-стайле я вижу редко, и, в общем-то, я увидела, что смотрится такой ворот очень-очень хорошо. Обратите на него внимание, если вам тоже нравится. Ну что ж, дорогие зрители, вот такие мои покупки на сегодня. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.